Так, ну вот мы все выкинули из багажника. Давай, открывай, покажи, какое там место у нас еще есть. О, сколько там еще места. Чемодан уместится спокойно в этот ящик. Вот, вот так вот, да? Ну вот, мы сюда никогда не лазим, поэтому здесь все это закрыто. Закрываем. Так, ну что, давай иди складывать сиденье. Нет, давай так, давай я буду складывать, а ты будешь снимать. Давай, иди сюда. Так, все складываем для того, чтобы можно было улечься поспать. Пробуем просто. Наложники убирать. А, вот можно нажать. Раз. Два. Так, здесь ровно. Отодвигаем сиденье. Меряем рулеткой. Иди сюда, расстояние померяем. Вот в этом туннеле мое сиденье не отодвинуто, ну, водительское. 1,90 м вот до края. 1,90 м. Покажи. Это водительское сиденье не отодвинуто. Давай дальше. А вот здесь отодвинуто максимум. А здесь получается почти 2, ну вот так вот, 2,04. Все, показывай дальше. Все. Так, теперь я пойду спать. Делай короткий стоп. Остановил, нет? Не, начинается на. Тогда иди отсюда. Так, вот у меня тут подушка, я полез. Вот если я лег, вот я лег, иди посмотри. У меня 1,80 м. У тебя лосяник. Лосяник. Иди, Коля. Лосяник, иди, Коля. Вот. Это я до своего сиденья. Коля, иди сюда с этой стороны. Выйди. Выйди сюда. Это мое сиденье, оно не сложно. То есть водительское стоит в нормальном положении. Вот. И у меня 1,90 м, я тоже стою нормально. А если вот здесь в сложенном состоянии, то тут еще, считай, еще 30 сантиметров. Вот еще есть 30 сантиметров. То есть, если я лягу туда, в край совсем, да, вот если сюда подлечь. Вот, теперь иди погляди, что там у меня сзади остается. Ставь паузы, Колька. О! Ого! 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 Ну все? Ага.